15 июля в Голубом зале главного здания Казанского федерального университета прошла встреча ректора КФУ Ильшата Гафурова с генконсулом Туркменистана Атадурды Байрамовым. Обсуждались вопросы по развитию сотрудничества КФУ с научно-образовательными центрами Республики Туркменистан. Факультет дополнительного образования в разных направлениях, в разных предметных областях подготовил к ним программы. Они два раза в неделю, по-моему, да, могут, кто что-то не успел осваивать, а кто-то изучать язык дополнительно по своему выбору. И в то же время мы начинаем их трудоустраивать, ищем, и есть здесь полная договоренность с руководством республики. Казанский федеральный университет вместе с научно-образовательными центрами Туркменистана нацелен проводить совместные исследования и научно-образовательные мероприятия, а также развивать академическую мобильность. Лилия Баталова, Фариза Хитуглы, Универньюз.